Всем привет! Это видео Кугуца. Новая серия. Сейчас я направляюсь от Гамова до близлежащей деревни. Встречусь с Костей Собяниным. Пойдем писать. Сегодня вот такой облачный день. Солнечный. Я подготовился, взял сапоги, дождевик, и сегодня опять солнце. Каждый раз такое выходит. Помню, собрался в дождь писать. Ну все, думаю, сейчас пропишу. Дождливую погоду. Собрался. Вся экипировка. Сапоги, дождевик. Ну как надо, в общем. Выхожу, а там солнышко вышло. Вот так вот. Что, увидимся на пленэре. Ну что, располагаемся мы. Дошли до такого пруда. Пруд на речке Большая Подборная. Речка с Ивангоры идет. Костя, что можешь сказать про это место? Место замечательное очень. Красота. Ивангора вот там вот, да? Да, 5 километров 6 отсюда. Да.
день подходит к концу. Бегу на автобус. Отлично пописали сегодня. Красивые места. С одного места можно несколько этюдов писать. Очень интересные места. Друзья, всем до скорого. Это был влог Гугуца или видеожурнал. Thank you.